Когда мы растем, нам часто рассказывают, что мир, он такой, какой он есть, и нам нужно проживать свою жизнь по правилам этого мира, не пытаться биться головой о стены, а просто жить обычной, нормальной семейной жизнью, веселиться, копить деньги. Это очень ограниченная жизнь, а жизнь может быть гораздо шире. И если ты поймешь одну простую вещь, что вся жизнь, которая тебя окружает, состоит из людей, которые не умнее, чем ты, и ты можешь влиять на эту жизнь, изменять ее, создавать вещи, которыми будут пользоваться эти люди, если ты это поймешь, ты уже никогда не будешь таким, как прежде.